Если в детском спорте футбольные турниры только планируют объединить, во взрослом это уже сделано. Сейчас проходит чемпионат среди мужских команд по мини-футболу. Всего в нем принимают участие 62 команды. Как проходят соревнования и какие нововведения ждут болельщиков, расскажем далее. Турниры начали проводить, как только объединились футбольные федерации двух городских округов – Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Многие команды друг друга знают уже более 5 лет, другие только знакомятся с соперником. После объединения игры стали еще более зрелищными, возросла конкуренция. Даже несмотря на то, что каждый из игроков футболом занимается непрофессионально. В плане тренировок не всегда получается собраться, так как у людей свои работы есть, свои интересы. Вот, а так, ну, если получается 100 раз, по-хорошему 2 раза в неделю играем. Сегодня игра, ну, складывалась она, мне кажется, изначально сразу в нашу пользу. Забить получилось уже больше голов во втором тайме, вот, чуть-чуть поднажали на соперника. К концу его сезона уже начинаем более-менее сыгрываться, но важные очки потеряли в начале, поэтому идем в середине турнирной таблицы. Сейчас турнир по мини-футболу проходит сразу в 2 залах. Во дворцах спорта «Молодежный» и «Восток». График игр в различных лигах плотный. В этом году федерация подготовила для болельщиков сюрприз. Игры на YouTube-канале будут выкладываться не в записи, а в прямом эфире. Купили эту аппаратуру благодаря спонсорам нашим. На прошлой неделе мы решили вопрос с интернетом по дворцу спорта «Восток». Вот. И с сегодняшнего дня мы попробуем начать прямую трансляцию уже первых матчей. Всего же во всех лигах по мини-футболу командам осталось сыграть не более 3 игр, после чего станут известны имена победителей. А после небольшой паузы начнутся турниры в большом футболе.